Среди награждаемых сегодня Анатолий Карпов. Его представлять не надо. Он сам очень достойно представил себя и нашу страну на напряженном соревновании за шахматную корону. Его спортивный подвиг отмечается орденом Трудового Красного Знамени. Ну, взял корону. Держи, потому что за корону, знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай, спокойно себе это самое. Вообще, народ уже стал все привыкать. Спасибо. Желаем тебе самого лучшего. Спасибо большое. Дорогой Леонид Ильич, с глубоким волнением я принимаю сегодня из ваших рук высокую правительственную награду. Шахматы – только частица многогранной, насыщенной жизни советского народа. Мы благодарим вас за постоянную заботу и внимание, оказываемое советским спортсменам. Хорошее сегодня... внимание. Болеешь, сидишь и болеешь. Как он там? Сегодня мне предоставляется счастливая возможность заверить советское правительство, Центральный комитет и вас, Леонид Ильич, что мы приложим все усилия, чтобы высоко нести знамя советского спорта. Спасибо большое. Да. Молодежь, надо воспитывать. Я не умею двигать, но учу его. Спасибо. Ну, товарищ Матросов, какое тебе звание еще дать? Это надо отработать перед партией, перед народом. Ну, давай отрабатывай. Есть, отрабатывай. Служу Советскому Союзу.